Надо сказать людям, что мы вернемся на Землю через 8 лет. Если я скажу пассажирам, что мы тут застряли и еда кончается, из меня сделают новый шведский стол. Внимание! Внимание! Привет, Авеню 5, Центр управления полетами. У вас все хорошо? Да. Внимание! Все отлично. Почему столько света, а кажется, что так темно? Согласен. Это мое телешоу! Почему он соглашается со всем, что я говорю? Вы это ненавидите. Именно! Ваша сестра погибла в космосе. Я не могу смотреть в небо, так как вспоминаю ее. Теперь смотрю вперед или вниз. Это я. Умное сиденье вернется к изначальным настройкам. Ты звонишь мне из сортира? Когда я так делаю, я типа животное. Простите, мы летим к солнцу. Большой фабрике по производству рака. Сгореть или умереть с голоду? Варианты — это клево. Я бы предпочел выбирать между курицей и рыбой. На нас снизошли сумерки, кретина-тирана! Я просто счастливая невеста! Предлагаю сидеть тут и ждать смерти. Молить о смерти. Какая-то комбинация сидения и смерти. Простите, я сейчас усваиваю все, что чувствую. Да. Получилось, я снова здесь. Хорошо.